Улица Вая 4, Адажи, Адажский район, Латвия. Жилой дом-близнец в отличном месте на набережной. Через некоторое время мы рады предложить нашим инвесторам проект из Латвии, проект строительства двухсекционного дома-близнеца на набережной, собственный причал для лодок в хорошей деревне Адажи всего в 20 километров от центра Риги. Спонсор проекта собрал опытную команду профессионалов, которые работают над различными проектами в сфере недвижимости в Адаже, что означает, что это их область знаний. Спонсор предлагает инвесторам возможность профинансировать строительство улицы Вая 4, дома-близнецы на набережной с займом под залог одной квартиры, ранг ипотеки. Стоимость строительства составляет 240 тысяч евро с учетом НДС, и строительные работы уже начались. Спонсор приобрел земельный участок и профинансировал строительство фундамента здания. Приобрел газобетонные блоки, а строительная компания начала возводить стены. Срок строительства – начало декабря 2020 года. Однако, учитывая, что строительство стен уже началось, ожидалось, что строительство может быть закончено быстрее, а продажи должны начаться раньше. В первом раунде финансирования спонсор планирует привлечь 180 тысяч евро. Процентная ставка по кредиту составляет 13% годовых. Срок кредитования до первых 12 месяцев. Спонсор имеет одностороннее право продлевать кредитный договор единовременно на срок 6 месяцев. Процентная ставка за продленный кредитный период составляет 13% годовых. Все проценты и основная выплата будут производиться из выручки от продаж, которая ожидается весной 2021 года. Стоимость имущества до начала строительных работ составила 79 тысяч евро. Несмотря на тот факт, что цель первого раунда финансирования составляет 180 тысяч евро, мы предоставим спонсору 60% оценочной стоимости имущества после установления ипотеки. Оставшаяся сумма останется на хранение Crowd Estate, что будет представлять интерес для инвесторов. Дальнейшие платежи будут выпущены в соответствии с отчетами о строительстве независимым надзирателем строительства. Проект. Недвижимость. Улица Вая 4. Адажи, Адажский район, Латвия. Размер участка 2400 метров квадратных. Кадастровый номер 80-44-008-03-54. Целевое использование земли. Жилая 100%. Чистая продаваемая площадь 233 метра квадратных. Количество секций дома-близнеца 2. Запланированная дата соревнования. Декабрь 2020. Наименование основного подрядчика. Sia Eco Works. Планируемый период продаж до июня 2021 года. Цена продажи для каждой из двух секций дома-близнеца составляет 232 750 евро, 1750 евро за метр квадратный. Строительство продолжается. Во время кампании обновления будут регулярно добавляться здесь ниже, а после кампании спонсор будет предоставлять обновления в разделе обновлений два раза в месяц до завершения строительства и не реже одного раза в месяц до полного погашения кредита. Здание. Планируется построить современный двухсекционный дом-близнец на просторном земельном участке 2400 метров квадратных с прямым доступом к озеру
в Аюпе и собственным лодочным причалом для каждой из секций дома-близнеца. Здание будет построено с использованием высококачественных материалов. Чтобы обеспечить хорошо обеспеченный процесс строительства, он будет регулярно контролироваться и контролироваться. Планируется и предусматривается, что высокая точность и внимание к качеству сделают процесс строительства немного более длительным, чем типичный для таких проектов частного или сдвоенного дома. Фундамент здания – уплотненный слой щебня, бетон с трехрядными фундаментными блоками и усиленной балкой, стены 500 мм, газобетонные блоки Байер, сетка штукатурная с клеевым раствором, грунтовка, штукатурка, полы – бетон, теплоизоляция, пленка, ламинат, покрытие первого этажа – гипсокартон, профили, пароизоляционная вата, деревянные рейки, утеплитель Парус 300 мм, деревянные балки. Крыша. Крыша. Деревянные пары, дощатый настил, пленка от ветра, дистанционные рейки, металлическая настила для крыши. Внутренние стены. Машинная штукатурка, грунтовка, шпатлевка и лакокрасочное покрытие. Теплые полы предусмотрены там, где есть отделка кафелем, прихожая, туалет, ванная. Расположение. Проект расположен в элитном зеленом и тихом районе в деревне Адаже, всего в 1,5 км от центра, прямо на набережной озера в Аюпе. Город Адаже находится в 20 км от центра столицы Латвии Риги. Адажский муниципалитет включает в себя 12 деревень, и Адаже является крупнейшим и одновременно административным центром округа. Гауя – самая живописная река Латвии, протекающая через Адаже, и окружающая территория Адаже очень зеленая, с множеством лесов и озер. Центр Риги находится в 20 км, а до него можно добраться на автомобиле за 30 минут. Рынок недвижимости Адаже характеризируется доминирующим спросом на компактные семейные дома среднего класса, которые приобретаются людьми, живущими и работающими в регионе или в Риге. Кроме того, поскольку штаб-квартира многонационального дивизиона НАТО в северном направлении находится в Адаже, это один из самых быстрорастущих муниципальных образований в Латвии с высоким спросом на жилое пространство. Население Адаже растет с каждым годом. В 2013 году 10294 жителей. В 2019 году 12 тысяч жителей, потому что этот город стал одним из самых популярных мест, куда молодые семьи переезжают из Риги. Адажский уезд – одна из самых быстрорастущих территорий по численности населения в Латвии. По данным Центрального статистического управления, с 2005 года население Адажского региона увеличилось на 26%, а в Латвии на 12%. Значение Адаже как административного и делового центра будет возрастать в ближайшие годы, потому что административная реформа, продвинутая правительством Латвии, должна добавить больше территорий в Адажский край, что сделает Адаже еще более важным центром развития. Популярность и рост Адаже очевидны, потому что Адаже не только стратегически расположен недалеко от автомагистрали Via Baltica с легким доступом к Риге, но и обладает упомянутыми преимуществами зеленых зон отдыха, а также имеет хорошую инфраструктуру, школы, Адажская средняя школа, Адажская школа искусств и музыки, детская и юношеская спортивная школа Пиерига, Адажская свободная вальдорфская школа и другие. Детские сады, магазины с аптеками, зоомагазины, поликлиники, спортивные, медицинские и развлекательные центры.
Рынок. Целевыми покупателями запланированных секций домов-близнецов являются молодые семьи с доходом выше среднего, которые ищут возможности для жилья в зеленой и естественной среде недалеко от центра Риги и с хорошей доступностью таких услуг, как школы, магазины и т.д. Существующий и устоявшийся рынок со стабильным спросом на частные дома и дома-близнецы в Адаже является сильным индикатором возможности привлечения покупателей для этого конкретного продукта. Расположение рядом с озером, зеленой природной средой и ландшафтом обеспечивает этому проекту сильное уникальное коммерческое предложение по сравнению с другими недавно построенными частными и сдвоенными домами в регионе Адаже в том же ценовом диапазоне. Это определенно отличит этот проект от конкурентов. Кроме того, у спонсора хорошо налаженное сотрудничество с ведущими коммерческими банками в Латвии, которые имеют опыт предоставления ипотечных кредитов частным лицам, приобретающим квартиры, разработанные спонсором в Адаже, поэтому финансирование покупателя уже принимается во внимание. Соревнование. Благодаря выгодному расположению и доступу к озеру Виюпе, цена продажи квадратного метра установлена в размере 1750 евро, что немного выше среднего показателя по рынку в регионе Адаже для новых частных домов и домов-близнецов. Двумя основными конкурентами являются девелоперы Artera и Nordic Village с проектами частных домов и домов-близнецов от 1550 до 1620 евро за квадратный метр. Эти проекты расположены в Адаже, но новые дома строятся как целые жилые кварталы. Таким образом, проекты имеют хорошую инфраструктуру Адаже, но им не хватает зелени и они менее приватны. Поскольку эти проекты расположены в той части Адаже, которая в настоящее время активно развивается, постоянное расширение жилого квартала и продолжающиеся строительные работы в окрестностях могут продолжаться в течение некоторого времени. В отличие от этого, спонсор выбрал тихий участок земли, который окружен деревьями и расположен рядом с озером, но при этом имеет хорошую инфраструктуру, а центр города находится на том же расстоянии от центра города – 4 минуты езды на машине или 20 минут ходить, как проекты развития упомянутых конкурентов.